В соответствии с планом администрации Петрозаводского городского округа в период с 4 по 13 октября на пересечении улицы Инженерной и Октябрьского проспекта проводится уже юбилейная 25-я ярмарка по продаже сельхозпродукции. В этом году собралось более 189 участников, предпринимателей, фермеров, которые приехали и реализуют здесь свою продукцию. Здесь можно и мед, и овощи, и фрукты встретить, и мясо, и мясные продукты. В этом году мы отремонтировали эту площадку, сделали ограждение, выровняли саму площадь для того, чтобы и гражданам, и малым предпринимателям было удобно торговать и покупать продукты. Хватает ли площадей-то для всех вот приехавших сюда поработать? Ну, в данный момент мы видим, что хоть и плотно, но все-таки все уместились. Более того, в этом году мы даже предусмотрели места для пенсионеров, которые могут со своих дачных участков прийти, забронировать за собой место и продать ту продукцию, которую они собственными руками вырастили. То есть не надо на Антикайнина и Ленина вставать на ящики и раскладывать свои огурцы, помидоры, а можно их продать здесь? Да, здесь централизованно. В принципе, городские средства массовой информации освещают городскую ярмарку. Да? Это хорошая реклама, сюда приезжает большое количество человек. И здесь можно быстрее гораздо продать, реализовать свою продукцию. Сколько еще будет работать ярмарка? Ярмарка будет работать до 13 октября. Наверное, вот последние дни будут подешевле цены. Надо спешить петрозаводчанам, да, чтобы закупиться на зиму. Да, да. Местные жители, жители Октябрьского района даже советуют, это уже такая практика, которая из года в год сложилась, что в последние дни продавцы, реализуя остатки своего товара, делают хорошие скидки. И самые последние дни, они, как правило, самые выгодные с точки зрения покупок. Наша ярмарка проводится ежегодно, начиная с 1994 года и стала традиционной в осенний период во время массовой уборки урожая.